Всем привет! Итак, мы продолжаем играть в Resident Evil 8 часть, Village. Дошли мы до... Докуда мы дошли? В общем, мы в какой-то части крепости, но для того, чтобы сюда пробраться, нам надо было очень хорошо постараться. В общем, пока мы добирались, мы, наверное, настругали около... Не побоюсь этого слова, около 40, может быть и все 50 у этих так называемых вервольфов местных, местного пошива. Вот они тут шарятся все. Сейчас давайте посмотрим еще на них немножечко. Ну, конечно, они меня бесят просто. Вот они тут жрут трупы. Вон их сколько, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сразу. Вот нападало их штук по 10 сразу. Нам приходилось отбиваться так, что просто вообще что-то нереальное было. Но я думаю, что дальше будет еще интереснее. Вот этот пистолет нас спасает. Потрясающий пистолет вообще. Просто с одного выстрела всех ложит. Так. Ну давайте, будем смотреть. Да, еще. Это 13 серия, и число сегодня 13. Поэтому я думаю, что сегодня нас ждет нечто по-настоящему ужасное здесь, в этой игре. Так, у меня главное правило, которое есть, это не двигаться вперед, пока я не посмотрю свой боезапас. Так, ну а птичек у нас море, пока хватает. Думаю, что пока делать и не надо. Надеюсь, что сейчас будет что-то воодушевляющее, мотивирующее к великой игре. Только великая игра нам нужна. Так. Ой, твою мать. Плохо дело. Я ни хрена... Ой, блин, зараза! Так. Промазал. Твою мать. Стоп, подожди. Так. Что у нас есть? У нас есть... Ну, хотя бы вот это уже неплохо. Так. Ну, давай. Иди сюда. На тебе. Чё ты творишь-то, а? Ты что творишь, тварь? Что ты творишь, тварь, да? На тебе еще. Я побежал туда. Ты что ты? Собака, сгинь нахрен. Блин, промазал. Так, ну что? Придется тебя мочить. Вот так. Сейчас в голову будем стрелять. Ага. Как тебе такое? Куда пошел? Что он там делает, а? Блин. Вот это нечестно было сейчас. Это было нечестно сейчас.
Так, стоп. Так, с этим мы как бы маленечко расквитались, да? Так, здесь ни хрена нет, а? Ну что ты будешь делать, а? Вот хорошо, что здесь хоть это есть. Можно хоть передышку какую-то себе устроить. Ставь! Так, я пошел. Ты меня извини, друг. Мне некогда с тобой базарить. Ни хрена себе! Ух ты, тварь, попал, а! Атакти! Собака. Так, этих патронов нет, да? Так, стоп! Ух, ну мразь, а! Так, у меня есть... возможность сделать мину. Это уже хорошо. Так. Мину берем сразу. В руки. На тебе! Что, снайперкой придется хреначить его? Так, что еще тут есть? Так. Так, давай-ка этот возьмем. Убираем. На тебе, говнюк. Твари, а? Сгиньте, а? Не расстраивайте меня лучше. Ой. И вот такие моменты тишины я больше всего люблю. Когда все затихает, все тихо, спокойно. Ну давай. Слушай, как вот эта бандура может поместиться в моей сумке? Это ж не серьезно. Так, ладно. Ох, сколько я тут патронов, да, сэкономил, можно сказать. Ладно, и здесь тоже не взял. Мне не до этого было, я тут носился, как этот, как сумасшедший. Успевал отбиваться только. Что-то у меня, ну, здоровье нормально. Здоровенькие булы. Эту тоже не взял. Так, ладно. Пошли. Так, я молодец, я молодец. Пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Так, ну аптечек у нас полно пока. А вот это надо сделать. А, вот это плохо. То, что делаешь одно, а уже другое не сделать, да? Этих патронов вообще нет. Я думаю, мы найдем постепенно. Так. Кристальчик нашли. Это хорошо. Нашли кристаллик. Опять какое-то оборудование стоит. Ну давайте, показывайте, что там. Так, это чего? Колба с туловищем.
Ты настоящий мужик, Ип. Молодец. Хватит прятаться, мудила. Живым так меня не уйдешь. Сбавь обороты. Еще чуть-чуть, и ты все закончишь. Я помогу тебе. Но в обмен. Что в обмен? Возвращайся ко мне. Положи колбы на алтарь. А дальше сам догадаешься. Пакеты. Итан. Стой, блядь. Да. Чё-то какая-то закрутка ждёт. Чё за закрутка, хрена узнает. Что за закрутка? Так, это чего? Тарелка Гульгельма. Иконы висят. Ну, давай садимся. Поехали. Что такое? Я уж боюсь ехать вперед. Вдруг какое-нибудь дерьмо меня ждет за одним из поворотов. Или тут нет подстав. Все честно, да? Ну давай. Ну ладно. Что-то мне кажется, здесь жареным пахнет. Сейчас нас... Так. Первый вариант сюда, второй вариант туда. Стоп, подожди-ка. Да ты что? Я пока не посмотрю, что здесь, я никуда не пойду. И что тут? Хм. Так. Фото неуловимой рыбы. Фото неуловимой рыбы. Так, ну-ка надо глянуть. Что за фото? Какая-то фотка. Хрен поймешь, для чего она. Фото неуловимой рыбы. Так. Отчеты о вживлении КАДу. Пациенты 174-181. Пациент 174, Михай. Параметры. 21 год, я так понял. Мужчина, серебрянщик. Рубцы от пневмонии. Итог. Слабая взаимосвязь. Каду не вырос. Изменение тела, ухудшение когнитивности. Очередной оборотень отправлен на выгул. Пациент 177. Бернадет. Параметры. 21. Женщина. Безработная. Ничем не болела. Итог. Смерть.
Пациент 181, Альсина. Вот она, Альсина Димитреску. Параметры: 44 года, женщина, потомственная дворянка, не из деревни, наследственная болезнь крови. Итог: крепкая взаимосвязь, острое мышление, способна управлять трансформацией тела, применила процедуру контроля над сознанием, отправлена на обследование. Хм, прикольно. 44 года, значит. Окей, ладно. Это что? Так, ну патрончики. Все, мы только ради этого спускались. Больше ничего. Ну ладно, хоть это. Тоже хорошо. Бляха-муха, твою мать. Ты че не помираешь-то? Так, все. Ну, окей. Еще есть? Нет, вроде нет. Так, все тихо и спокойно. Пошли. А, вот мы и пришли, да? Вот мы и пришли. Так, курочка, извини, но мы все любим мясное, да? Все, больше нету. Ладно, пошли отсюда. Так и есть. Вот как я думал, что так и будет. В какую-нибудь пещеру пойдем, потом выберемся оттуда. Так, надо зайти на всякий случай. Вдруг что-нибудь появилось. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Давай-ка сохранимся. Так. Ну, это мы все видели, да? Это мы все видели уже. На 100 рядов. Чего нового? Шоу продолжается. Так, и куда? И куда мы сейчас рванем? Сюда только осталось. Ставить колбу. Так, тут торопиться не будем. У нас тут могут ждать сюрпризы какие-нибудь. Здрасте. Я безмерно счастлив, что вы вернулись живым. Ну что ж, смело изучайте. Прошу вас, изучите мои новые товары. Ну, у тебя ни хрена нет, как всегда. Давай-ка мы немножечко вот продадим кое-что. Так. Как всегда, честный, стальной череп. Справедливый. Ух ты, сколько их у меня. Отличный кристальный череп. Что, все так плохо? Кристальный молот. Ох-хо-хо-хо-хо.
не нравится? Тарелка а мне это честная цена. Так. Нет задачи важнее, чем добыча товара. Нет ничего важнее. Так. У меня до хрена денег. Денег у меня до хрена. Что мы прокачиваем? Пистолет, в первую очередь. Мне надо его прокачать. И, что называется, а может мы найдем еще лучше. Перезарядка. Боезапас, боезапас. Давайте. Позвольте мне. Да все качаем, да все. С удовольствием. Так, с этим разобрались. Дальше. Ружье. Боезапас. Одну так. Минуточку. Перезарядка. Так. 126 штук. Ну а на что еще нам тратить? Вот сейчас мы и прокачаем наш великий... Ой, 48 штук, даже жалко, слушай. Ну этот пистолет, конечно, красавец. Ну просто красавец. Эх, отличная вещь. Все. Это простая модификация, я быстро управлюсь. Ну понятно. Все делаем как надо. Все, сейчас мы во все оружие. Здесь совсем уж. Одну минуточку. Так. Ты голоден? Значит, ты жив. Так, плов с домашней птицей и мясом. Навсегда снижает урон при блокировке. Так, навсегда повышает здоровье. Ну не хватает у меня. Только это можно прокачать и все. А мне это не надо. Понимаешь? Не обращайте внимания. Понимаешь, нет? Ладно, слишком долго мы задержались здесь. Давай сохранимся. Ну давай, Господи, благослови. Так, где это у нас колба с туловищем? Чаши гиганта. Задача ясна. Яснее ясного, да? Так. Прокачать пока нечего. Стоп, подожди, так мы тут были, да? Мы тут были, мы тут бродили. А, там была какая-то это. Ну-ка, давай-ка вернемся вот сюда. Тут была. Шкатулка стояла, которую я не мог открыть. Ты смотри-ка ты, а. И чё сюда подходит тогда? Нет.
тоже нет. Хо-хо-хо-хо-хо. Чаша гиганта. Чё-то ни хрена непонятно. Ладно. Пока что-то не уходит открыть. Не знаю, как ее открывать. Я так понял, нам сюда. Так, отлично. И куда это мы рванем сейчас? Ну, поехали. Туда, что ли, куда-то? Ух, наверное, не туда мы плывем. Хотя нет, вроде туда. Так, еще один мост. И ворота какие-то. Так, ворота. Тут что, мы были? Ну-ка, пойдем посмотрим все равно. На всякий случай. Да, походу, тут мы были. Там дом. Колодец, которого мы не посмотрели до конца, видимо. Так, ладно. Ну-ка, пойдем зайдем. Глянем, что здесь. Да, вот машинка. Тут это мы читали. Что? Так. Лестница? Ха-ха. Вот веселуха, а? Боже. И чё это? Куда я попал?
Подожди. Заперто с другой стороны, да? А! Ну-ка. Может, что-нибудь потянуть надо? Потянуть, растянуть. Потянуть, растянуть. Ага. Так. Это уже по-нашему. Так. Дальше. И... Не, что-то не то, подожди. Так. Так. Так, сюда что-то. А, господи. Чё там? Подожди. Так, что-то такое интересное творится. А это как? А что еще? Да, еще сдвинули, да? А, так мы сейчас успеем, скорее всего, вот сюда вот запрыгнуть. Так, это что у нас получается? Подожди. Подожди, а как мы успеем? Чего мы успеем? Подожди. А, тут тоже за ручку. Все, сейчас понятно. Отлично. Вот и все. Так, ладно. Это уже радует. И что здесь? Большой кровавый рубин. Так вот. Что еще там? Что-нибудь еще есть? Все, больше ни хрена нет. Ну ладно, хоть это дали. Все, уходим. Стоп. Отмычка. Еще. Что-нибудь еще? Все вроде. Сейчас. Не взяли что-то еще? Это ж падла, а. Че мы не взяли еще? Ну, все вроде взяли уже. Да.
Ладно. Так. Все, быстренько сматываемся отсюда. Боже, тут тоже какой-то этот. Мы тут были вообще? Или нет? Непонятно. Там какая-то дверь. Я уже забыл, что мы тут делали. Я уже забыл, честно слово. Нам куда вообще идти-то? Тут вот вход есть. Мы тут, я не знаю, наверное, бродили все-таки. А вот тут. Это замок Димитреску сюда. Это замок Димитреску. Это. Да? А там? Короче, хрен поймешь, куда идти-то. Тут тоже, знаешь. А тут закрыто. Ой, не знаю. Чё-то какая-то это подстава. Ну, пошли сюда, ладно. Сходим. Ох, что-то вообще шикарно слишком. Так, закрыто пока. А здесь тоже закрыто. Снайперские патроны дают, это я даже не знаю. Хм. Так. Что-то мне это кажется знакомым, да, каким-то? Ну-ка. Так, это уже радует меня. Так, это открыли. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. О, привет. Ха-ха. Хорошо, здорово. Давай, 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 иди сюда. Хорошо, молодец. Молодчинка. И что, с тебя ничего не упало? Это твою мать.
Так, ну что, давай туда теперь. Тут что? Ого! Ого себе! Сколько денег-то дают, а? А, вот что надо сделать. Иди сюда. Иди сюда, друг. Подожги. Подожги, подожги, факелочек. Давай, давай, иди сюда. Ага. Да иди ты нахрен. Ну, немножечко он меня задел, конечно. Ладно. Не без этого. Так, золотая статуя госпожи. А что-то еще? Патроны. И все? Подожди, ну где-то же есть выход какой-то, или это просто? То есть мы тут побаловались маленечко и все, собрали все, что нам надо, и пора уходить, да? А там что? Слушай, не знаю даже, что сказать тут. Мы, наверное, вообще не туда поплыли. М? Люди добрые, надо было вообще в другую сторону, наверное, плыть. Зато это нашли. Ладно. Так, там дверь не открывается. Вообще не открывается, да? Все. Значит, мы не туда поплыли. Еще вот. Дверь какая-то есть, но не про нашу честь, да? Дверь есть, но не про нашу честь. Видно, не туда пошли мы. Зато этот склеп нашли. Интересный. Интересная штуковинка. Разворачиваемся. Все, поплыли. Плыли туда, видно? Ну а что, куда еще? Сейчас куда-нибудь приплывем. Главное не бояться. Ага. А вот и причал. Так, два варианта. Либо сюда, либо сюда.
куда ведет? Слушай, не знаю даже. Да идти-то лучше. Что это? Какое-то секретное место нашли опять. Цевьё. Древняя монета. Так. Секвенирование ДНК завершено. 99,95% родства с мутамицелием из Далви. Что из Далви? Разницу в 0,5% вероятно составляют изменения, намеренно внесенные людьми. А значит, это наверняка и есть источник. Необходимо выяснить, как именно соединение нашли и извлекли образец плесени. Колония грибов разрослась под всей деревней. Если вспомнить инцидент в доме Бейкеров, зараженные мутамицелием входили в сеть коллективного разума. Если здесь случай аналогичный, то и этот организм хранит в себе данные, а раз так, какие данные нужны Миранде? Так, опять мы не туда куда-то пришли. Хрен поймешь, куда мы. Твою мать, начинается. Все. Сейчас еще будете мозги мне компенсировать. Вот я зашел на огонек. Вот я зашел. О! Господи, надо валить отсюда. Пошли отсюда быстрее. Ох, зашли. Так, ну-ка сюда. Там сейчас тоже какая-нибудь хрень. Ну-ка, карась. Карась, рыба родилась. Блин, отсвечивает, ни хрена не вижу. Так. Не понял, я взял рубину или нет. Слушайте, да что происходит-то? Куда идти? Что делать?
Так, ну-кась. Где этот Гизенберг? Хрен поймешь, где он. Где его искать? Всех уже замочили просто. Не знаю. Им похрен. Может, какая-нибудь лестница где-то есть? Ничегошеньки непонятно пока. Ладно. Что-то прогулки какие-то у нас немножечко непонятные. Куда идти, что делать? Может быть, и не надо никуда вот было и вообще по мосту идти. И все. Ну-ка. Давай-ка. Как нормальные люди вот сюда пойдем. Потому что больше некуда. Куда-то же мы должны прийти, в конце концов. Ну, вот тут мы не были, наверное, только. А потом тут делать-то что? Что тут делать-то? Пойдем сюда. Что происходит? Ага. Но теперь мы знаем, что не туда ходили. Это уже понятно. Ну, ставим, давайте. И боже, куда нас несет, а? В какие недра земли мы спускаемся, а? Так все-таки мост-то где этот? Что происходит вообще? Так. Фабрика его.
Так, ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что приключений в этой серии вполне достаточно, поэтому мы сохраняемся и продолжим уже наши приключения в следующей серии.